Приветствую вас. Белова. Я полагаю, это ваше имя или ваш ник. Не знаю. Смотрите. Есть две проблемы. Как мне кажется. Первая проблема — это то, что у вас вообще было депрессивное состояние, которое несмотря на то, что оно вот, как вы говорите, закончилось, да, но все равно оно от чего-то появилось, вот, и при всем уважении к вам оно, ну, не могло просто взять и само по себе пройти. То есть это немножко не тот случай. А вот, такие состояния, они, значит, ну они возникают не просто так. Вот, такие состояния возникают в результате определенных переживаний, в результате определенных эмоций, в результате определенных впечатлений, в результате определенных состояний. Вот. И, значит, то, что вы, к примеру, перестали это состояние чувствовать, да, ну, это не значит, совершенно не значит, что теперь у вас этого состояния больше нет. Если оно появилось, значит, оно, возможно, там, грубо говоря, вернется снова. Вот. Ну, просто, может быть, может быть, не в том виде, может быть, не в той форме, да, может быть, совсем иначе, но вернется, вот. Потому что вы его не пролечили, я так понял. Вот, поэтому в первую очередь надо разобраться в причинах вашего состояние, в причинах, почему у вас возникло вообще такое состояние, из-за чего оно появилось, следствием чего оно стало, именно вот следствием, именно следствием чего. Значит, по общему, по общему правилу, подобное состояние может возникнуть тогда, когда человек подавляет свои чувства, когда человек в той или иной степени не прислушивается к себе, когда у него превалируют определенные негативные мысли, когда у него есть подавляющие, скажем так, фактор, вот. Это очень важно для понимания, это очень важный для понимания момент, вот. Потому что на мой взгляд, именно вот на мой взгляд, здесь вы как раз таки и, значит, начали испытывать определенные
проблема. Вот. Соответственно, нужно в них разобраться. Вот вы, например, пишете, что вы стесняетесь, пишете, что вы там как-то вот, ну, переживаете, да? А вот, и на мой взгляд, надо бы посмотреть, чем конкретно, ну, по поводу чего конкретно вы переживаете, по поводу чего конкретно идут ваши переживания. Вот. Это очень важный момент. Из-за чего вы стесняетесь, да, вообще, вот, ну, вследствие чего у вас происходит стеснение, вот, это важно очень понять, то, что вы, к примеру, в себе подавляете, что вы, к примеру, себя обесцениваете, чего вы боитесь, вот, что вы себе не принимаете, вот, может быть, вы, там, допустим, как-то относитесь к своей, ну, болезни, как-то вот, может быть, ну, не так, да, вот, и прочее. То есть тут вот есть определенные аспекты, и это нужно понимать. То есть вот то, что вы, я очень стеснительно вообще переживаю, что надо мной будут смеяться. Говорит о том, что вы в себе не уверены. Вот. Ну вот, соответственно, нужно, значит, разобраться в том, на чем ваша неуверенность в себе базируется. Вот. Потому что это крайне, крайне важная история, на чем ваша неуверенность в себе, ну, на чем она основывается. Да? Ну, и, соответственно, если вы не уверены в себе и что-то в себе обесцениваете, то у этого есть причина. И, естественно, вы вряд ли сможете ну, чувствовать себя хорошо, да, вот, пока вы обесцениваете себя, что-то, пока вы боитесь, вот, знаете, пока вы не уверены в себе, пока у вас, ну, нет, скажем так, каких-то вот определенных там, ну, целей, определенных направлений в жизни, да, пока вы не очень понимаете, зачем и для чего, к примеру, вы, ну, идете вот в ту же
в ту же школу, да, чтобы что, вот, и так далее, понимаете? Вот это все очень такой достаточно важный момент, понимаете? Поэтому я думаю, что вот примерно так можно вам здесь ответить, то есть помочь вам с тем, чтобы вы лучше к лучше, допустим, себя разобрали, чтобы вы лучше себя, понимали, да, чтобы вы лучше отдавали себе отчет в том, что вы хотите, да, чего вы хотите, вот, и прочее. Да, можно и нужно вам помочь. Вот. Но вопрос заключается в том, хотите ли вы этого, готовы ли вы к этому, да, вот, готовы ли вы работать, над собой. Для этого, в принципе, на мой взгляд, нужно рассмотреть, то, почему у вас началась депрессия, депрессивное состояние, вот, и что вы, вообще-то говоря, с этим делали, вот, понимаете, какая штука. Так что, это вот очень важный момент. Я понимаю, что вас это беспокоит, я понимаю, что вас это нервирует, вот, но не очень, во-первых, понятно, да, как вы относитесь к своим, друзьям, да, то есть, ну, если у вас, вообще-то говоря, друзья, как вы с друзьями своими общаетесь и так далее. То есть вот этот момент, да, он достаточно, достаточно важен, вот. И вам, ну, очень желательно его проработать. Вот. Знаете, какая штука. Также вы не сформировали свой вопрос к психологу. Да? То есть вот какой именно помощи вы хотите от нас? Потому что, если честно, я пока, не очень понимаю, да, и что вам нужно, как можно вам помочь. Вот. Понимаете? Какая штука, вот, так что, примерно, такой, ответ я могу вам дать, вот, в ответ на то, что вы, написали, вот. Так что, подумайте, пожалуйста, о том, что вам
Вот, да, подумайте о том, что вы хотите, подумайте о том, значит, ради чего, для чего вы хотели бы, ну, вы хотели бы, вот, делать что-то для себя, да? И, соответственно, уже исходя из этого, что-то делать. Именно исходя из этого момента. Вот. Я думаю, примерно вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Значит, если вам понравился мой ответ, буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, вот, я желаю вам найти себе силы разобраться, вот, даже если вам это будет тяжело. Вот, мы рядом, мы можем вам помочь, но для этого нужно, ваше желание, вот, поэтому решите для себя, пожалуйста, вот сами, чего хотите, я полагаю, вот, и после этого уже будет, в принципе, все понятно, да? Вот, удачи вам еще раз, всего самого доброго.